красота распустившейся почки, уважение жизни к жизни, душа места, мудрость леса, любовь земли лежат в основе принципов нашей работы, нашего отношения к природе и к миру. Главное из них звучит просто: по земле нужно ходить шепотом. Экодизайн – это эко-мысль, эко-жизнь, эко-любовь. Все, что объединяется под названием целого. Целостное мышление, нравственное покаяние, видение мира целиком. Все мы есть часть одного живого организма, к которому необходимо относиться с должным уважением и любовью. Все мы – это единая система, в которой дух и материя переплетены воедино, и частное всегда отражает целое, там, где человек един с миром до каждой молекулы. На данной философии базируется наше творчество, формируется смысловое содержание и отношение к работе. 15-летний опыт позволяет утверждать, что такая идеология есть будущее. Каждый создаваемый предмет наполнен духовным содержанием, в основе которого лежит культура производства, уважение к природе, благодарность к материалу, дающему возможность реализовать столь важные для нас смыслы. Предмет, который является плодом нашего творчества, прежде всего является носителем экокультуры и духовности. Для производства мебели используются деревья твердых пород: бук, дуб, лен, орех, сосна, акация. Мастерство начинается с подбора и комбинирования материала по цвету и фактуре. Это придает каждому элементу мебели характерные признаки и делает их уникальными. Все модели изготовлены полностью из дерева, вручную опытными мастерами. Для достижения полной гармонии в творчестве работаем только в хорошем настроении, растворяемся в процессе. Мебель творческой мастерской «Рентофт Дизайн» организует пространство, не разбивая и не нагружая его. Ощущение воздушности, легкости создают все коллекции, конструкции, которые позволяют получить пространство, наполненное воздухом и светом. Уважительное отношение к этому миру, в котором все взаимосвязано и любое действие оставляет след, основа понимания того, что представляет собой этот объект. Все детали сделаны с глубоким смыслом, и все действия содержат в себе принципы экодизайна. Конечно, проще было бы защитить глиняное сооружение обычной крышей, но это значило бы проявить неуважение к лесу, который мягко интегрируется в пространство патио. Состояние погружения, обволакивание и безвременье. Декларация бесконечной простоты в каждой детали. Здесь искусственно создана природная атмосфера в мегаполисе. В просторных залах ресторана «Апрель» в любое время года можно ощутить хрупкое весеннее равновесие. Люди приходят, чтобы побыть в себе, в своем состоянии. Каждый предмет задает настроение. Весь проект – это звонкий гимн современному экологичному дизайну. Концепция делового центра – взаимная адаптация сегодняшнего социума и природы. Осознавая невозможность возврата к натуральному образу жизни и неизбежность торжества технократического рационализма, дизайнер пытается примирить два этих способа существования, используя лучшее, что есть в каждом из них. Проект отличают простота и открытость. Мы испытываем благодарность к тем, кто понимает и разделяет наши принципы, наше отношение и уважение к этому удивительному миру, где все взаимосвязано и любое действие оставляет свой след. Творческая мастерская «Рентофт Дизайн».